Всех приветствую. Сегодня у нас в ремонте телевизор BBK. Моделька 32 LEM1023T2S. Так, неисправность такая, то что телевизор включается буквально 5 секунд и циклический перезапуск идет. Сейчас мы попробуем включить. Так, индикатор. Включаем. Играется BBK. Щелчок. И снова BBK. Циклический у нас идет циклическое включение. Все разбираем. Скорее всего, дело в прошивке, будем прошивать плату. Разобрали телевизор. Плата у нас здесь стоит вот такая. Маркировка платы, сейчас я покажу. Вот это. Вот у нас флешечка наша, которую мы будем шить. Все параметры я показал. Это все будем сейчас снимать. Мы скачаем прошивку и будем зашивать. Пользуемся мы RT809F программатором. Правильно вставляем ключом, как здесь нарисовано на схеме. Вот, открываем программку. Называется программка RT-шечка 800. Это нажимаем Smart идентификация. Он находит нам флешечку нашу. Делаем чтение. Чтение стараемся делать всегда. Лучше прошивочку старую сохранить. И делаем запись. Он автоматически очищает флешку. Сейчас автоматически ее запишет и верификацию делает. Все на автомате. Все завершено. Все. Впаиваем обратно флешку. Вот, и проверяем. Так, все, плату поставили. Включаем. Так, изображение перевернутое, мы видим. Потому что у меня телевизор перевернут, а изображение получается в нормальном состоянии. Соответственно, нам нужно его перевернуть. Так, сейчас, значит, будем заходить либо в сервисное, либо с флешки попробуем перешить. Все, на телевизор заработал, все отлично показывает. С флешки почему-то не получается прошить. Не видит он прошивку. Будем заходить в сервисное меню. Нажимаем input 2580. Открывается сервисная менюшка. Так, System Config.
Picture Mode, наверное. Нам нужно найти... Может быть, Picture... Нет, картинка. Это не то. Оба вышли. 2580. Угу. Значит, вот здесь. Flip. Нам нужен параметр flip. Вот. Мы поставили его. Flip выполнить. Окей. Окей. Все. Изображение как положено. Соответственно, заходим в сервисное меню, нажимаем на этот 2580. Менюшка открывается, заходим в function, панель setting и выбираем flip, другой параметр. И все. Все, ремонт на этом закончен. Телевизор BBK, вот, была прошивка и переворот экрана. Вот, прошивка, если что, в наличии у нас есть, пишите. Все, всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал.